Библиотека, зал, хореографии, различные кружки откроются скоро для любителей книг и тех детей, которые хотят заняться творчеством. «Стройинвест» завершает реконструкцию Дома культуры села Садово по нацпроекту «Культура». Ход строительства объекта посмотрели депутаты Народного собрания республики. Подробности у Аллы Динаевой. Дом культуры села Садового получил новое дыхание. Его почти заново отстроили. Когда проводили демонтажные работы, от старого ДК оставили только стены. Крышу перекрыли заново, установили новые окна и внутри обновили все и провели отопление. А сейчас ведутся облицовочные работы, электромонтажные и не только. Строители спешат завершить реконструкцию объекта в срок. А это обновленный просторный зал ДК. И здесь многое уже сделано. Не остаются, да, у нас? Ну, сказали оставить, может быть, да. Да, да, да. А да. Это старое? Это вот мы в прошлом году, когда приезжали с Зурабом Самировичем, он прям просил обратить внимание, потому что, чтобы в дальнейшем можно было экран, либо по кинопроекту, либо еще по какому-то проекту. Он сказал, оставьте, они нам пригодятся. И на втором этаже ДК тоже большую часть строительных работ завершили. Уже установили и новые двери, остались отделочные работы. Депутаты Народного собрания провели мониторинг хода строительства Дома культуры в селе Садовое Адыгейхабского района. И это не первый визит парламентариев на этот объект с начала его реконструкции. Первый раз мы ровно год назад приходили. Потом мы постоянно мониторим, приходим. И по сравнению с первым разом, естественно, тут очень много сделали. Уже сегодня приятно ходить, и видно, что объект, ну, уже скоро будет сдан. А еще по проекту реконструкции Дома культуры строители пристроили к старому зданию и новый зал хореографии площадью 170 квадратных метров. 10 лет, да, наш ДК не функционировал. Мы рады, что у нас будет свой ДК, и с Нового года как бы у нас будет открытие, и все наши мероприятия будут проводиться там. До конца года и того дня, когда современный и просторный Дом культуры распахнет свои двери, жителям этого населенного пункта осталось ждать совсем немного. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Садовое.